день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Шунечка, Шунечка, лови меня! Ну, держись, Кокси! Не поймаешь, не поймаешь! Это я-то не поймаю? Да! Ой! Ну вот! Все развалил! Ой! С тобой все в порядке? Со мной это в порядке. Только вот с этим беспорядком что делать? Скоро тетя Матильда придет, а все убрать не успеем. Да, что ж теперь делать-то? Эх, ну что, не могли, что ли, эти вот все вещи вверх, что ли, упасть? Так. Опять разбросали игрушки. Вот мы и попались. Но неужели нельзя играть в ваши эти беговые игры во дворе? Да можно, наверное. Да. А неужели вот все вещи должны обязательно падать вниз, а не вверх? Да, тетушка Матильда, в самом деле, они могли бы и не падать. Друзья мои, я, конечно, прощу вас, но куда же от вас, озорников, денешься? А то, что вы не знаете, почему предметы падают вниз, показывает вашу полную безграмотность. А давайте-ка займемся ее ликвидацией. Чем займемся? Ликвидацией вашей научной безграмотности, то есть ее устранением. А для этого мы открываем заседание научного клуба «Совинформ», что означает... Знаем, знаем! Сова, тетушка Матильда, информирует! Правильно! Итак, друзья мои, все падает потому, что в природе работает всемирный закон тяготения. Все предметы, животные и растения во Вселенной друг к другу тяготеют, то есть притягиваются. Ничего себе! А я-то думаю, почему, Коксик, я без тебя скучаю, когда долго не вижу? Это не закон тяготения, Шунечка. Ты скучаешь потому, что вы друзья. Да, все притягивается друг к другу. Только эта сила притяжения довольно слабая, мы ее не чувствуем. А настоящее притяжение может быть только к предметам, которые гораздо-гораздо больше нас. Например, по закону всемирного тяготения мы притягиваемся к Земле, к нашей планете, и все вещи вокруг нас притягиваются к ней. А, поэтому они и падают вниз. Ну, конечно. Поэтому и деревья растут корнями вниз, и все предметы падают исключительно вниз. Вот смотрите сами. Куда полетит этот мяч? Вниз. Он полетит вниз. Совершенно верно, друзья мои. Эх, вот поэтому так все всегда и будет падать и разбиваться. Лучше бы не было этого земного притяжения. Ну куда они все улетают? Ой, все куда-то улетает. Улетает, что куда? Вот, сейчас утюг растает. Улетит он навсегда. А за ним игрушки в небо, книжки и карандаши. А потом и шишки с елок, а потом и малыши. Ой, боюсь, боюсь. Я, кажется, тоже куда-то улетаю. Успокойся, Коксик. Все, что есть на земле, к ней притягивается. И само по себе в воздухе находиться не может. Ну да, это нам пришлось бы игрушки по всему лесу ловить. Вот именно. Да. Ну, теперь понятно, почему все падает вниз и разбивается. Потому что в воздухе ничего просто так находиться не может. Угу. Земля притягивает. Совершенно верно, друзья мои. О, вижу, вы усвоили урок земного притяжения. А потому закрываем наше научное заседание клуба «Совинформ» и... попрощаемся с ребятами. Угу. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. Всего вам самого доброго, дорогие мои. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят.